сшила себе новое платье. Никак не могу пристроиться теперь в нем. Так и так. Девочки меня поймут. Когда платье новое, нужно к нему привыкнуть. Всем привет! Это снова винтажная кухня. В некоторых своих роликах я уже рассказывала, что я коллекционирую винтажные вещи. Я коллекционирую сумки, я коллекционирую предметы быта, украшения, винтажные ткани. Вот, кстати, это платье сшито из винтажной ткани. И сегодня я хочу рассказать о таких винтажных вещах, которые мне лично очень нравятся, как винтажные браслеты. Небольшой экскурс в историю. Когда-то давно в древности браслет считался чисто мужским украшением и являлся признаком статусности. То есть по браслетам можно было отличить, например, воина от зажиточного купца. Потом был период, когда браслеты стали и мужскими, и женскими. Потом был период, когда браслеты стали чисто женским украшением. Ну и сейчас мы живем в эпоху, когда всем все можно. Браслеты носят и мужчины, и женщины, и, в общем-то, никто уже особо не заморачивается, что женское, что мужское. Что из украшений можно носить тем или другим. Я вам сегодня расскажу о своих винтажных браслетах, которые ко мне попали разными путями. Где-то я купила на блошином рынке, где-то я заказывала через интернет. И первый браслет, который я вам покажу, это браслет мексиканской фирмы Tasco. Ко мне он попал по случаю. Мои знакомые раньше занимались винтажными украшениями и потом ликвидировали этот бизнес. И вот как раз, когда они закрывали магазин, они позвонили, сказали: тебе что-то нужно, приезжай, вот посмотри. И среди прочих вещей я выбрала этот браслет. Относится к серии браслетов с этническими рисунками мексиканской фирмы Tasco. Эта компания была основана в 30-х годах 20 века при содействии американского художника и бизнесмена Вильяма Спартлинга. Дело в том, что Tasco – это город недалеко от Мехико, он известен как серебряная столица Мексики. Уильям Спартлинг открыл в Tasco несколько ювелирных мастерских, а также школу для обучения местных жителей изготовлению украшений современных, то есть современных 30-м годам, с различными этническими рисунками. Почему так модно, почему это было так важно, этнические рисунки? Дело все в том, что после Первой мировой войны открылись границы, люди стали очень много путешествовать. И в Европе стали популярными такие направления этнические, которые раньше, в общем-то, ну, знали, наверное, только археологи в музеях. В частности, после 1922 года, когда Говард Картер открыл гробницу Тутанхамона, нашел ее в долине царей в Египте, Египтом заболели все. То есть, если посмотреть, например, моду 20-х годов, в сумках, в одежде, в обоях, в предметах быта, в каких-то украшениях, везде такая проскальзывает египетская тема, там, в виде папирусов, в виде там цветков пальм, в виде, в различных вариациях. И Египтом действительно длительное время увлекались очень многие. Но Египет не единственная страна, которая внесла в мировую моду свою лепту. Испаноговорящая часть Латинской Америки тоже в этом здорово поучаствовала. И в частности, вот благодаря Уильяму Спартлингу этнические мотивы, например, в украшениях, вот как здесь ацтекская тема в некоторых камушках проглядывает, тоже стало популярно. И в частности, вот такие браслеты, а это глидерный браслет. Глидер – это вот такая одна пластинка. Глидерные такие браслеты с различными камнями были длительное время популярны. У меня, по-моему, это бирюза. Точно не скажу, никогда, честно говоря, не интересовалась вопросом. Возможно, ошибаюсь. Если кто-то разбирается в камнях, вот,
но, по-моему, это бирюза все-таки. Ну, это и не важно. У этого браслета мне как обычно, вот мне бы лишь бы покопаться в истории, пораскапывать. Дело в том, что мексиканского серебра, произведенного в городе Таско в 20 веке, до 80-х годов 20 века, есть сложноватая история. Ну, во-первых, до 48 года изделия не клеймились. Вернее, клеймились вот как бог на душу положит. Не было единого клейма. С 1948 года по 1980 год изделия фирмы Таско стали клеймить изображением орла. И было на испанском написано «Hecho en Mexico». Я не знаю, как на испанском правильно произносится. «Мехико», «Мексико». «Hecho en Mexico». Здесь у меня тоже есть клеймо. Я его поближе покажу. Здесь как раз вот орел. Такое, ну, немножечко такое уже затершееся изображение орла. И вот это Hecho en Mexico, что говорит как раз о том, что этот браслет фирмы Taco. Доподлинно сказать, какие годы это, невозможно. С середины 20 века, то есть это, ну, может быть, 50-е годы. И, кстати сказать, здесь изображение вот на этих камушках. Здесь вот еще есть такие ушки. И у меня вот здесь осталось одно звено. Скорее всего, что здесь между вот эти ушки, они должны были соединяться еще цепочками. Я ни разу не видела в сети вот полный браслет. То есть, чтобы, если были ли здесь, ну, предполагается, что здесь были подвески или цепочки, или, может быть, какие-то вот тут висюльки должны были быть. Но все, что сейчас продается вот фирмы Taco, это браслеты вот в лучшем случае вот в таком виде. То есть нет дополнительных вот этих украшений или элементов. Здесь можно предположить только, что они здесь были. Ну, потому что вот звено одно осталось, значит, что-то здесь было. Мне браслет этот очень понравился. И, честно говоря, я, когда его купила, я вообще не думала о том, что он там какой-то исторический подтекст в себе несет. Мне понравилось то, что он такой немножко как мятенький такой. Он плотно садится на руку, на мою, по крайней мере. Может быть, если у кого-то потоньше рука, он будет и болтаться, а у меня садится плотно. И смотрится очень стильно. Вообще, расцвет моды на вот такие широкие браслеты пришелся на 20-е, 30-е, 40-е годы 20 века. Конечно, вот как для меня это самые стильные годы в моде. Это самые просто, это элегантность, ну и высочайшего уровня. Я очень люблю период 20-х годов. Вот эта одежда в стиле ар-деко, ар-нуво. И последовавшие за ними 30-е, это крой по косой, это много украшений. В основном это тяжелые браслеты. Браслеты из кольера, я потом позже сегодня об этом расскажу. Это были самые, вот, как по мне, стильные годы. И этнические мотивы в таких украшениях, они, конечно, тоже имели свое значение. Мне очень нравится, когда такие браслеты надеваются на платье или, ну, какую-то еще одежду с длинными рукавами. Еще два браслета хочу вам показать. Это браслеты относятся к категории жестких браслетов, замкнутых. Вот этот браслет полностью замкнутый, как колечко такое, а вот этот браслет на шарнире. Здесь магнитный замочек. Красный замкнутый браслет я купила в Смоленске на рынке у бабушки. Она там, ну, иногда такое бывает, когда пенсионеры продают какие-то предметы быта или какие-то украшения. Вот. И я его купила за какие-то смешные деньги. У меня единственное было требование, чтобы нализала на мою руку. Этот браслет ориентировочно 70-е годы, конец 70-х, начало 80-х годов. Это латунь с пластиком. Браслет польский, здесь сохранилась этикетка. И здесь даже цена, здесь есть 1200 злотых. Ну, кто не знает, до образования еврозоны в Польше была валюта злотые. Сейчас я не знаю, есть ли оборот злотых внутри Польши, скорее всего, ну да, есть. И здесь фигурирует название компании.
Я пробовала найти название компании-производителя. Я ее нашла. Компания до сих пор существует. Правда, числится она не по этому адресу, который здесь указан. Но дело в том, что на сайте этой компании там все на польском. Я перевести, в принципе, ничего не могу. Это, видимо, компания, ну, я так вот предполагаю, что она просто производила вот такую бижутерию. Конец 70-х, 80-е годы, в общем-то, в Польшу уже ездили по путевке и вполне могли приобрести, ну, либо привозили как-то оттуда, может быть, знакомый кто-то был, и привезли. Это был, кстати, очень хороший сувенир. Впрочем, вот помните фильм «Служебный роман», когда Новосельцев, которого, когда заместитель Калугиной, Мымры, заместитель, которого играет Олег Басилашвили, он приехал из загранкомандировки и раздавал там всем сувениры. И вот сам Олег Басилашвили рассказывал, что в то время можно было из-за границы приехать и пустую бутылку от Кока-Колы привезти, и, вот она, и подарить в подарок. И она вот так стояла, такая вот стеклянная. И люди привозили это в подарок и принимали это вот как сувенир, это было классно. А уж браслет подарить в сувенир, это было вообще, ну, как какое-то, ну, что-то такое невероятное. Я когда его увидела, я прям сразу, мне он понравился сразу, прыгнул в руки. Вот даже под это платье, хотя не собиралась этим платьем его носить, он такой акцентный. Красные губы, красный браслет. И мне нравится то, что он относительно небольшой по величине, но я вот сложно через костяшки вот руки проходит, но он не проваливается далеко по руке, то есть он вот где-то вот 3/4 вот он находится. Его можно сочетать с другими браслетами, его можно в каком-то в такой стилизации. В 70-е годы, кстати, было очень модно много браслетов носить на руке, вот таких. Вот таких вот широких, замкнутых, это одно время было действительно популярно. И вот как акцентный аксессуар, я считаю, что он подходит и под современную одежду, и никто никогда не догадается, что на самом деле на мне. Я вообще стараюсь все винтажные вещи, какие-либо сумки или украшения, миксовать с современными предметами. Мне вот очень нравится такая эклектика в образе, когда особо и не скажешь, что на человеке. Это... Вот многие дизайнеры говорят, что это и есть стиль, когда нельзя догадаться, что на человеке надето. Вот этот браслетик мне очень нравится, я его периодически ношу. Обязательно с красными губами, почти в тон помада этому браслету. И второй браслет, который я вам сейчас покажу, это жесткий браслет на шарнире с магнитным замком. Он мне практически вплотную садится на руку. Плотно, не съезжает. Я его, кстати, уже надевала в нескольких роликах, вы могли его видеть. Он достаточно тяжеленький такой, на нем нет клея, нет этикеток. Сложно сказать, в общем-то, какой компании он принадлежит. А мне что понравилось в нем, если присмотреться внимательно, у него такая ребристая поверхность, здесь видны вот эти стыки между... Ну, частями, и в этом видно такой небольшой бамбуковый отголосок, как вот такие костяшки бамбука в этом что-то есть. Вот, кстати, этот браслет, это металл, он сам по себе тяжеленький достаточно, металл с эмалью. Скорее всего, это горячий способ нанесения эмали. А вот польский браслет, это латунь и пластик. Я помню, был такой период, когда были популярны часы. Именно с вот такими браслетами на магнитиках. У меня даже были, я носила такие часы. Но они были не мои, это я донашивала уже за кем-то в школе. Но мне вот очень нравилось то, что такая вот жесткая сцепка. И сам по себе браслет, да, такой вот, ну, жесткий браслет. То есть он смотрится очень интересно. Единственное, что с ним неудобно, вот мне, по крайней мере, это писать. Вот что-то вот рукой делать, потому что рука неплотно прилегает к поверхности. А на выход очень интересный браслет. И мне очень нравится вот этот голубой молочный цвет. Помните, я вначале сказала такое интересное слово «эскальер»? Браслеты эскальеры. Они были популярны в 30-е годы 20 века. Когда я покупала вот эту ткань на это платье, мне очень понравился рисунок. Этот рисунок можно было обыграть по-разному.
Это платье с таким рисунком могло быть вообще в принципе любым. Оно могло быть и абсолютно прямого кроя, абсолютно простым, и со сложными элементами. Я вот сделала со сложными элементами. И буквально следом у меня получилось найти браслет, который, я считала, подходит наилучшим образом к этому платью. Сейчас я вам покажу. Это браслет ориентировочно тех же 70-х годов. Точно сказать не мог продавец, это куплено на винтажном аукционе у прямого владельца. Браслет, похожий на веера. В 30-е годы 20 века становятся популярными браслеты эскальеры. Понятие эскальер это складывается из деталей. Вот смотрите, когда детальки друг на друга накладываются и похожи на эскалатор. Вот это называется браслет эскальер, если грубо объяснять, что это. Здесь уже немножко староватая сама резинка, я не меняла ее. Ее нужно перетягивать, потому что она уже немножко ослабла. Браслет металлический, тяжеленький сам по себе. То есть он растянул, конечно, резинку. Это не в чистом виде браслет эскальер. Ну, потому что это уже такая стилизация более поздняя и более простая такая. Первые браслеты эскальера, конечно, делались из драгоценных металлов и драгоценных камней. Мне очень понравился этот браслет. Вот камера показывает его немножко оранжевым таким, а он розовый с оранжевым. Здесь такой скорее лососевый оранжевый цвет и розовые вкрапления. Сейчас поближе попробую показать. Вот розовый, а вот это все лососевый оранжевый цвет. Передача просто с камеры другая немножко. И он, как мне кажется, подходит вот под этот рисунок идеально. Вот очень необычно с этим платьем. Придет время, я резинку поменяю. Здесь поменять нужно резиночки уже на современные. Ну вот мне кажется, очень с этим платьем гармонирует. И сам браслет, сам по себе необычный браслет. Интересный сам рисунок у него. Что-то в этом есть такое, Египет опять же здесь проглядывает, на мой взгляд. Но здесь можно увидеть и Египет, и что-то такое из советской вот символики здесь, типа там встающее солнце, снопы, там что-то вот такое вот есть. И в рисунке на платье тоже есть как что-то такое. И колесики вот это, и цветочки одновременно. Ну, в общем, гармонирует очень здорово. И еще один браслет я вам покажу на сегодня. Этот браслет я носила в школе. Он был у меня долгое время на руке, и даже здесь есть небольшие сколы уже. Этот браслет мне подарила бабушка. Был одно время у нас с ней такой период увлечения камнями. Ну, вернее, в первую очередь у нее он был, а у меня уже как бы постольку-поскольку. Увлечение полудрагоценными камнями. И помните, был такой период, где-то на границе, да нет, не на границе, это были уже 90-е годы, когда очень популярным стал так называемый кошачий глаз. Вот этот браслет, мягкий браслет, мне подарила бабушка. Он из кошачьего глаза, кстати, поговаривают, что все-таки это не натуральный камень, кошачий глаз, ну, точно не знаю, но... Такого плетения браслеты были одно время очень популярны. Сейчас я видела в продаже подобные браслеты из гематита. По идее, вроде как гематит, он снимает давление и что-то там такое, еще у него очень много свойств. А это кошачий глаз. Он типа того, что приносит удачу, что-то вот в этом духе. Я помню, что я его носила пару раз, вот я его где-то ударила, вот здесь есть пару сколов у него. Но я его... Его тоже, конечно, честно говоря, надо перетягивать, потому что резиночка уже ослабла. Но его очень здорово носить с каким-то дополнением. Вот, например, вот этот браслетик. Лучше, наверное, вот так. Сначала будет гематитовый.
а потом вот этот браслетик. Смотрится вместе в тандеме очень хорошо, только если носить, например, не в начале руки, а вот куда-то вот сюда поближе отодвинуть. Можно еще сюда черную ниточку с бусинками добавить, и будет и стильно, и нарядно. И, в общем-то, кстати, к этому платью тоже подходит. Вот я не обращала внимания, но к этому платью тоже подходит. Вот такие браслеты одно время были очень сильно популярны. Сейчас я, честно говоря, не уверена в популярности вот таких браслетов с бусинами сейчас, именно вот в 2021 году. Но какой-то период популярности у них был. Я продолжаю их носить. Просто периодически нужно вот менять эти резинки внутри. Ну, вот такая часть небольшая моей коллекции винтажных украшений я вам сегодня показала. Напишите в комментариях, кстати, как вы относитесь к винтажным украшениям, как носите, не носите. Вот многие мои знакомые, они продолжают носить вещи из предыдущих эпох, с предыдущих поколений. Не все разделяют мое увлечение покупкой таких вещей. Очень много, кстати, ходит вокруг винтажных украшений и покупки таковых, очень много всяких мифов, и не все из них адекватны, на мой взгляд. Но вот напишите в комментариях, как вы к этому относитесь и носите ли вы винтажные украшения. Ну, а на сегодня это все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчики, чтобы я не уходила из вашей ленты. И, как обычно, увидимся скоро!